Хей, ребятки, всем привет, с вами Кофе Варбащий Овер, и у нас сегодня гоночки в GTA 5 онлайн. Всем здорово, чуваки! Всем привет, ребята! Вот, мы готовы, ребята, сегодня к потнейшим, наипотнейшим гоночкам в GTA 5, поэтому приготовьте... Ух, там уже что-то начнет, нифига себе у вас там, а! Нормально, вообще, нормально. Везет всем мясо, тем, кто вырывается как бы сразу вперед, да, потому да, что... Да, да, да. Ой, тихо, пацаны, аккуратно, ну куда же вы так-то все... Так, да, док, да вот тут вижу... Тихо, ну чекпоинт надо взять же, ё-моё. Так, оп. В любом случае, пацаны, мы все встретимся у рам, поэтому как ну, бы... Да. Как ни крути, поворот резкий! Там аккуратно, сразу предупреждаю, что будет резкий поворот, поэтому особо не топите. Окей. Вот. Хорошо, спасибо за предупреждение. Ну реально, я там просто... Да-да-да-да. Там что-то... О, так, вижу рампу, обогнал второго чувака. Виднеется, рампочка да, у нас всё. По чуть-чуть. Давай-давай-давай, обгоняй. О! Ах, док, ты подрезал! Ух, ни хрена себе! Вау, взрывы, как в американских фильмах. Эй, так, блин. А что происходит? Понятно. Все, вот мы его рампа, пацаны. Как да? Я и говорил. Здесь рампа? Да, все. А, я аж вылетел. Да дайте мне заехать. Подождите, а как это? Как это ехать так? Ай, ну кто тут стоял? Ну какой просто, ну ё-моё. Нет, это очень сложная рампа, мне кажется, не? На нее как-то надо заехать сначала. Изначально надо по заборчику ехать, мать. Да ё-моё, как мне вообще заезжать-то, пацаны? Давай попробуем так вот, как я сейчас думал. Может надо... Да вы чё? Так, стой, 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 Дима, нет! Едь, давай, да, давай, нет, не хватило силёнок мне. Ой, вау, sorry. Я понял, как заезжать, это там, изи. Там все, да, как? Надо до упора влево держать. Так, все так делают. Эк, как я вообще... О, там реально, там некоторые заезжают, нифига себе. Да пошли в жопу, сука. Я чё, Маугли вам на дереве сидеть, что ли? Нет, слушай, если ты до упора просто влево нажимаешь, то как бы... Просто туда. Да, то ты просто влетаешь как бы с этого. Как ты... По-моему, Кирилл, ты как-то не так. Ну, там отпускаешь. Да как? Блин, так надо отъехать, чтобы не мешать никому. Там кто-то проехал. Да ладно. Я видел. А, Догда, ну понятно, это Догда, как бы понятно. Неудивительно. Ты финишировал? Да как я? Просто перегородку вот эту тупую врезаюсь. Ребята, это сложный рамп, реально. Жесть, так. Давай, 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 давай. Подожди, подожди, я чувствую, что тут не так. Как-то надо заехать. Первый режим. Да какого? Я заехал на рампу, проехал половину, а на половине этой рампы ты перелетаешь на другую рампу. Прикиньте, пацаны. Я можно упал сейчас, Али. Ну куда вы толкаетесь-то, пацаны? Вы от третьего или от первого лица? Я вот не, такие рампы я просто боюсь от первого проходить. Все, я привык как от первого и только. Ну, чувак, слишком, ну ты куда? Оверу повезло прям четко, все рассосались. Там как раз таки пробка рассосалась и все проехали. Так, давайте, пацаны, вот партия людей сейчас проезжает. Да что такое? Пожалуйста, не надо пакетов. Не надо пакетов мне, сука. Почему так сложно-то? Капец. Просто реально, почему так сложно? Давай попробуем от первого лица. Так, давай, давай. О, Дима, Дима! Да не-не-не, я от первого попробовал. Не, мне от третьего легче почему-то. Блин, не знаю, мне... Да ё-моё, как можно было так... Ой, гараж прилетел. Там, когда перелетаешь на вторую, вот сложно начинается прям вообще. Да, и... да, да. Постоянно я ещё первую-то не дошел. Ну куда? Ну ты чё? Давай! Кирилл вообще подлетел так... Ясно, пацан. Чувствуем мы здесь надолго, реально. Капец. Чувствую, мы здесь с вами надолго. Да, такое надо без контакта, знаешь. А так там и было просто поставлено сразу в самом начале без контакта. А я... Что же это? Да! Прошел! Да! И причем от третьего лица, что странно очень для меня, потому что я обычно все прохожу от первого. Жесть! Ты прошел прям гонку? Да, не, ну прям всю рампу прошел. И я, короче, шестой, скорее всего, финиширую. Да, пацаны, ё-моё! Мне это знаешь, жестяк. Что трудность составляет? Это то, что вот ребята, которые это съезжают да. на рампу, это вот самое сложное. Там это самое сложное, братан. Да. Так, тут вот так вот, так занесло аккуратно. Так, хвостов нет никаких, все, сколько чекпоинтов? Ё-моё, еще 10 чекпоинтов-то ехать, зачем так долго-то? Да а еще, когда я только запускал эту гонку, там вообще рекомендовано было поставить два круга, как вы понимаете, поэтому нифига. Спасибо, что я избавил вас от таких мучений. Спасибо. Ну. Так, блин, стой!
Понятно, прям в магазины залетел на распродаже. Так. Все, просто финиш. Итак, ребятушки, наши гонки продолжаются. Мне не удалось пройти первую гонку, но надеюсь, здесь я получу успех. Ну, смотри, что у нас... О! Ого! Это что вообще такое, ребята? Это что? Ясненько. Чувствую, что... Проезжайте вперед, ребята, я подстаю. Езжайте, езжайте, вот хорошо. А так вы что, взяли бы ускорение? Нам же оно пригодится, стоп, просто так. Да, нормально, там, знаешь, там ускорение разок. Куда вообще едем? Ехать. Так, что это такое? Ой-ой-ой. Ага, я вас понял. Так, там еще будет... Так, все. Я куда-то лечу еще, знаешь? Так, давай. Отлично, все. Ай, тут заезд, так что зря нитро воспользовался сейчас, не в нужный момент. Взял. Что там за взрывы? Вы чё, пацаны, капец, что это вообще такое, скажите? Где, чё там за взрывы? Я третий еду, не вижу взрыва. Так. Проезжайте, пацаки. Так. Отлично. Не, знаете, проходится, по крайней мере, ну, я не испытываю... Да, она широкая, потому что... Трудности особо с этим. Так, вот тут ускорение, 100% ускорение. Тут тоже. Так. Отлично. Развиваем просто топ-скорость. Так, здесь. Да, сори, Болотов. Оп, окей, поехали. На! Так. Все ради победы. И опять, походу, рампа. Да, блин. А! Жесть, блин. Какая скорость, не могу. О, отлично. Вы какие едете? Я первый, шестой. Я вообще первый еду. Я шестой, блин, надо догонять. Первый, красавчик. Да, так, нужно вообще отрываться по-жесткому. Я тут стараюсь топить вообще, прям как могу. Ну там вот я вижу, что на хвосту кто-то... Ой, вылетел, прикинь, первый раз вылетел с рампы. Так, аккуратно. А? Самое опасное, это да, особенно когда ты на первых местах, это просто вылететь с рампы. Допустить такую вот ошибку. Так, окей. Так, сюда теперь. Ой-ой-ой. Неплохо. Я пока пятый, надо догонять. А! Там кто-то мины выбросил, понятно, я чуть на них не взорвался. Давай, машинка, давай. Отлично. Кирилл, ты пятый, да, едешь? Да. Вижу тебя. Ты за мной? А, вон, да. Вижу тебя, окей. Окей, отлично, так. Не, вроде пока справляюсь совсем нормально. Да, пока неплохо, пока все проходится, знаешь. Ну, а нужно в таком же темпе, в таком же духе, ребята, все проходить. Так, жесть, я боюсь, что я как бы слишком много скорости иногда просто прибавляю. Так, ой, главное... куда я полетел? Не туда. Я боюсь, знаете, чего я боюсь? Что я сейчас просто навстречу кому-нибудь выйду, потому что, как я понимаю, здесь эти рампы, они как-то скрещиваются, знаете? Перепутаются, да, между собой. Да. Я реально этого боюсь. О, я вижу, чувак прямо надо мной летел. Так, куда ехать? А, сейчас направо, поворот! Во, все, вроде бы я больше к этим рампам не вернусь, надеюсь. Так... О, да. Я овера вижу, овер прям перед мной. Я пятый, да, получается, я обогнал. Да. Так, давай. Я гранат специально выкинул, чтобы это. Да ладно, неужели ускорение? Еще к этим рампам придется? Не, все, пацаны, лоу, я уже практически у финиша. А, я честно всю гонку первый, офигеть. Да, все, да, финиш. Нормас. Ну что ж, ребятушки, последняя гоночка у нас осталась. Я наконец-то взял не какую-то там Адер, а хотя бы Т-20. Ну, мне кажется, что на этой машине ты точно сможешь пройти эту рампу или эту гонку. Я не знаю, что нас сейчас будет ожидать, ребят, но чувствую, что нужно быстрее топить. Ой-ой-ой, тихо, не сталкивайте. Оп. Ой, мяско. Ой, не, толкнули, жесть. Давай! Тихо! Воду. Давай, ни хрена себе! Это чё, пацаны, такое жёсткое, вы чё? Я не долетел! Я долетел! Найс! Так, куда? Направо, туда. Давай. Найс. Блин, чувак, сори, нет! Потолкнул! Жесть, просто, ё-моё! Пожалуйста! Так, надо было и пользоваться все, ускорением. Так, ой, тут что-то пробка. Не надо, ну пацаны, ну что за пробка? Ну, что за капец-то, а? Так, вот меня, пожалуйста, поправьте как-нибудь. Ох, ё-моё. Так, о, давай. Так там чувак стал просто за... Да чё? Они когда никто не мешает, можно проехать. Лол. Нахера встать? Давай. Да, получилось, давай. Чисто ускорение затащил. Я просто в последний еду. А, нет, уже пятый, третий. Ой, седьмой. Как так? Капец, ой! Ни хрена себе! Вот это юла! Бараны тупые! Так, отлично, я проехал. Так, пацаны, я третий. Я еду третий. Ну да. Отлично. Что ж творят-то, ребята? Ох, кто? Стой! На! Просто в воздухе! Бенч! Вот так вот тебе маслину! Так, ускорение.
Жесть, вот это у нас гонки, пацаны, вот это гонка. У меня сигналка вообще пипец на машине, конечно. Стой, стой. Нет, ну так и знал, что не долечу. Точнее, не туда перелечу, ё-моё. Так. Явно не мой день. Это жестко, на самом деле, гонка сейчас, потому что много такого, чего... Блин, да ладно, опять что ли? Да не, не надо. Давай. Ну давай, не надо. Пожалуйста, отлично. Да. Отлично, все, найсово. Не толкай. Опа, кого-то я взорвал там. Так, ой, о, Дима, здорово. Пожалуйста, левее. А, жесть, сука. Так, давай. Нужно нитро. Ой, аккуратно, ё-моё. У меня фейл за фейл. Я каким образом Болт его вообще убил, если он ехал сзади меня? Чего? Как? Жесть. О, так, теперь налево. Так, пацаны, я еду третий. Впереди меня. Дико горит. Есть еще возможность перегнать всех, как мне кажется. Так. Да гребаные суки. Да ладно, долечу. Понятно, конечно. Долечу. Нет, стой, блин, опять. Я последний. Да, стоп. Я девятый. Да ладно, Кирилл, ты чего? Да меня толкают. Ой, Дима, нахера тебя расшатало? Так. Все, не друху, братуху взяли. Так, я еду четвертый. Вот. Еду третий. Нет! Ну блин, я так и знал, что он взорвет меня. Вот засранец-то, а. Пипец. Так, ладно. Кто-то хотел меня взорвать. Блин, да ладно. Не долетел, да вы что гоните? Вот если б не взрывы, я бы уже давно прошел. Я все понял. Просто все понятненько. Надо брать ускорение вот тут вот. И ох, ни хрена, там прям миллиметражное такое расстояние было только что. Это, так, да, а сколько? Это, по-моему, бы я сейчас пролетел. Ну, а, держите, ой! Тихо. Походу я. Аккуратно. Ясно. Вот каким образом это только что произошло? Вот как? Просто скажите как. Я не проехал, ни чуваку не проехал. О, понятно, я теперь восьмой еду. Здорово. Ааа, жестко! Так, отлично. Ой, Симоненко, нифига себе. Я еще главное не знал, что ты так появишься, просто на шару стрельнул как бы. А я тебя не взорвал же, да? Да. Все, отлично. Так. Вылетаешь с этой колеи сразу в это, в море. Я стараюсь погнать еще, ребят, кого-нибудь. Вот я тоже сейчас стараюсь. Так, тут уже навстречку вижу, едут по этой рампе-то. Так, давай. Отлично. Так. Давай, долети, братан, давай! Отлично, долетели, так, здорово. Мой братан, Т-20. 24 на 7. Т-20. Да. Так, да ладно, нифига, я прям в воздухе всех обгоняю. Реально в воздухе всех обгоняю. Жестоко. Так, я на 4-й позиции. Я на 11-й пока, но я чувствую, что возможно. На 3-й! Это кто? А, Кирилл, здорово! Нормально, значит, так. Нет, стой, тихо, аккуратно. Давай взорву его сейчас. Смотри, в воздухе. А, не взорву. Блин, не получилось. Давай долети, нет, почти долетел. О, жесть, главное, я еще такую, знаешь, такую вот, не знаю, как это даже назвать, это трюк, точнее. Так, все, давай. Ух, трюк. Вот. Значит, трюк. Так, аккуратно, блин, док-то, походу, на ё-моё, Кирилл, до свидания. Но я хотя бы девятый, как-то с 13-й позиции я как-то выбрался. А как я тут буду? Дима! Аккуратно, Олег, нормально. Просто жесть. Проехали. О, приятно. Здравствуйте, кто-то там в меня врезался. Меня сразу вообще... Ну тут не знаю, тут я не знаю, что нужно сделать, чтобы первым быть. О, пацаны, я прям вроде сзади вас еду. Да. Нет, я 11-й. Нифига, Дима, тебя откинуло. Да капец. Олег, аккуратно. Болись-то. На! И я 11-й. Отлично. Нет, я не в ту сторону, не в ту! Братан, помоги! Дай веревку, я спущусь, как бы поднимусь до чекпоинта повыше. Блин, жесть. Ты меня обходишь, я так понимаю. Не знаю. Блин, а я не пройду! Я не далеко. Ой, тут капец вообще. Капец. Тут без нитро никак. Че шутите, ёпта? Вот так, давай, я, Дима, не буду в тебя стрелять. Да, не надо, блин. Оп. Так, прям на Диму приземлюсь. Ох, нифига. И чувак следом просто, жесть. Так. Оп.
Все, разворачиваемся и погнали дальше. Переворачивайся. Я до сих пор каким-то образом держу четвертую позицию, офигеть. Да пошел! Должен долетать, должен долетать. Ну-ка. Я почти докту взорвал там прям рядом. Я был 11-й только что, но меня взорвали. Жесть! Понял. Ну так и остался 11-й. Нормально. Так. Слушай, там кто-то сейчас... Ой, Кирилл! Жесть, просто мы с тобой не врезались, ты видел? Другого, который за тобой врезался. Я понял. Ой! Нет, стой! Давай. Я вижу тебя. Просто как... Нифига, я еще главное долетел, смотри. Тише. Не, это угарная гонка, очень вообще прикольно, ребята. Надеюсь, что вам нравится она, и вы поставили уже лайкусик за нее. Вот так вот. Нет, я что-то затупил слишком поздно, активировал ускорение. Жесть, блин, ладно, все равно пятая позиция, нормально как бы, нормально. Так, нетруха, братуха, здорово. Все, вот тут еще не братуха. Не взял нитро. О, Кирилл, за тебя прям. Так. Я стараюсь ровненько, пожалуйста, ровненько. Отлично. Ого! Прям рядом кто-то пустил ракеты свои. Да, прям вообще надо мной пролетел. Стой! Жесть. Чуть тебя не столкнул. Ой-ой-ой! Капец. Это ты, Олег? Да, вот я желтый проехал. Не, я не тебя, там Догда был. У нас просто... А я один. Я девятый, где-то рядом. Пацаны, вторая позиция, давай. Вообще нормас ты там гонишь. Да ладно, не взял чекпоинт, какого? Третья, блин. Тут, сука, ракеты летают. Жесть, это... Я лечу, и ракеты просто... летают. Уже шестая, ну понятно. Тут просто малейшая ошибочка и все. Блин, обидно так вообще. Ну ладно, ничего страшного. Это только третий круг начался. Нет, все, сейчас уже будет финиш. Блин, ой, Олега вижу. Да ладно. Да, я прям за тобой. Так, я тут втопил так немножечко. Маленечко, самая малость. Так, тихо, не врезай, Ты просто улетел там куда-то. Ой-ой-ой. Так. Стоп, в смысле обратно ехать? Да. Это что такое? Так раньше такого не было жить вроде. В смысле обратно? Да, всегда такое было. Ты просто улетал, наверное. Подождите, я, по-моему, не в... Да ладно, я не в ту сторону поехал! Я запутался! Воу, я только сейчас это понял, ё-моё, я понял, что ты понял. Так, Кирилл, я 10-й, а ты какой? Я 9-й. То есть мы прям уже близко. Блин, да, Дима, я вот прям сзади тебя лечу, и у меня ракеты. Много ракет! Ой, Болотов прям остановился, прям как надо. Оп! И не долечу, да ладно, нет! Я ещё и блин, я мог финишировать, походу, уже, жесть, там просто... Какой? Так ускорения не хватает, так, воу, ускорение! О, Олег, здорово! Так, давай. Вау, тачки в воздухе! Как это близко! Капец! Так, давай, шестая позиция, шестой, да! Ух, потно, ребята, просто потно, реально. Ну что, дорогие друзья, надеюсь, вам понравилась эта серия. У нас сегодня реально были очень-очень крутые гонки, согласитесь с этим, потому что это реально так. Да. Вот, и надеюсь, вы уже поставили лайк, подписались на все наши каналы, если что, все ссылочки в описании, ну и также оставили какой-нибудь положительный какой-нибудь комментарий, вот. Ну, на этом мы с вами прощаемся, с вами были, как всегда, Кофи, Варпач и Овер, всем пока-пока. Всем удачи и всем пока!